Нету ни пандуса, ни подъемника, ничего абсолютно. Мне зашли, просто меня избили и все отобрали. Меня вообще скинули с кровати, сказали, а может, ты что-то прячешь под матрасом запрещенным? Откуда? Может, ты прикидываешься? На сегодняшний день вынесено 30 решений, в которых Казахстан признан нарушителем прав человека, гражданских и политических прав. Сегодня ты можешь чиновником быть, завтра ты можешь быть заключенным. Очень наглядная картина в этом плане в Казахстане. В таких случаях масса. Вот так вот и живем, как говорится.